Законодательным собранием Ростовской области от 29 октября 2013 года внесены поправки в областной закон о государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Пункт 9.2. Конкретно поясняю. Это дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Ростовской области. В пункте 9.2 разъяснено, что 1 июня, 1 сентября, день последнего звонка и день выдачи общеобразовательных аттестатов запрещена реализация алкогольной продукции в торговой сети на полный день, кроме мест общественного питания. Нельзя купить всю алкогольную продукцию, начиная с пива и заканчивая крепкими спиртными напитками, кроме мест общественного питания. В местах общественного питания на месте это разрешено, кроме выноса из мест общественного питания. На базе областного закона создается муниципальный правовой акт 12 мая 2014 года за номером 598 о проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню последнего звонка, Международному дню защиты детей, выпускных вечеров и образовательных учреждениях городов, День знаний. У нас выпущено наше постановление, где все расписано и размещено на сайте нашего города. Всем предпринимателям рекомендуется постоянно посещать сайт нашего города, так как вся информация о муниципальных правовых актах размещается там. Сетевые магазины, федеральные сети, все подвергаются одному федеральному закону. Тем более, что федеральный закон регламентирует с 11 часов вечера и до 8 утра запрет полной алкогольной продукции на территории всей Российской Федерации. То есть выпускные вечера начинаются где-то часов 8-9, а в 11 действует уже федеральный закон, где запрещена полная продажа. Контроль ведет за этим, конечно же, отдел потребительского рынка администрации города, отдел внутренних дел полиции. Но это основные контролирующие органы. И прокуратура нашего города. По федеральному закону могут отобрать, отозвать лицензию за нарушение федерального закона. А тот, кто будет продавать алкогольную продукцию после 11 часов вечера, это нарушение. Идея хорошая, потому что молодые люди, выпускающиеся с общеобразовательных учреждений, мир большой, интересный, и его надо начинать на здоровую голову.